Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasati Devi Kauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Vanchakaupatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shri Vasati Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So we're reading Nectar of Devotion, and we're on chapter, I think it's 21, Further Opulences of Lord Krishna, and we're beginning from number 48, All Opulent. Итак, мы читаем «Нектар преданности», главу 22, и начинаем с качества 48, которое называется «Обладающий всеми достояниями». So Rupa Goswami has listed 64 different qualities of Krishna. Although Krishna has unlimited qualities, he selected 64. И Рупа Госвами перечисляет 64 качества Кришны. И хотя у Кришны этих качеств бесчетное количество, тем не менее он выбрал только эти 64. And of these 64, 50 are possible up to Lord Brahma. Из этих 64, 50 качеств могут иметь живые существа вплоть до Господа Брахмы. And then five more are there, which are found only in Lord Shiva. In Lord Shiva, there's five more, which are also in Krishna. There's five which are in Lord Shiva. И еще пятью качествами, которыми обладает Кришна, обладает также и Господь Шива. And then there's further five, which are found only in Lord Vishnu or Lord Narayana. И еще пять качеств имеет только Господь Вишну либо Господь Нараяна. And then there's four qualities, which are unique to Krishna. И еще четыре качества, которыми обладает только Кришна. So first we will hear this number 48, all opulent. И сейчас мы читаем о 48-м качестве, которое называется обладающий всеми достояниями. Кришна исполнен всех достояний, силы, богатства, славы, красоты, знания и отречения. Когда Кришна правил в Двараке, его род, династия Яду, насчитывал 560 миллионов человек, и все они были верны отцов, и все поклонялись только Кришне. Богатство Кришны приводили преданных в изумление. Это подтверждает и Билва Мангала Такур в Кришна Карнамрите, обращаясь к Кришне. «О мой Господь, что сказать о богатстве твоего Вриндавана?» Простые украшения на ногах девушек Вриндавана ценнее философского камня Чинтамани, а их платья подобны райским цветам Париджата. Коровы во Вриндаване напоминают коров Сурабхи, обитающих в трансцендентном царстве. Поэтому богатство твое так же велико, как необозримый океан. All right, so Lord Krishna is Bhagavan. And Bhagavan means one who possesses opulences. И Господь Кришна — это Бхагаван. А Бхагаван — значит тот, кто обладает всей собственностью. So the father of Srila Vyasadeva, named Parasara Muni, he selected six opulences, which are specific. Six opulences, which designate someone as Bhagavan. И здесь Рупа Госвами перечисляет шесть достояний, которые являются собой
достояние того, кто является Бхагаваном. So the six opulences are listed here: wealth, beauty, fame, knowledge, strength, and renunciation. И эти достояния такие: сила, богатство, слава, красота, знание и отречение. So we see that the magnitude, the size of Lord Krishna's family, which was living in Dwarka, how it was so huge numbers of people. И мы видим, что семья Господа Кришны насчитывала огромное количество человек. It says here that his Yadu dynasty was 560 million members. И говорится, что династия Яду насчитывала 560 миллионов человек. So that's a big population. И это достаточно большое количество людей. 560 million. That's more than, you know, like the population of a country like Russia is how many million? И 560 миллионов человек — это население целой страны. Сколько населения в России? Что-то вот в этом роде. I don't know myself what is the population, but I know like somewhere like the UK, the population is like 50 million. Я не знаю, какое население в России, но в таких странах, как, например, Великобритания, население 50 миллионов человек. A city like Hong Kong, you've got a population of 8 million. В Гонконге, например, население 8 миллионов человек. In China, you've got 1,000 million plus 1,000 million. China has 1,000 million. В Китае, например, население 1 миллиард человек. So here's 560 million. It's like half the population of China in Dwarka. И здесь в Двараке проживало 560 миллионов человек, то есть это половина населения Китая. So it's really a huge population to have. A lot of people. And like, and it's all Lord Krishna's family. Это действительно очень огромное количество людей, и все они были членами семьи Кришны. And then it mentions there were more than 900,000 palatial buildings. И также здесь говорится, что в Двараке было 900,000 дворцов. Of course, if you have a big population like that, you need a lot of buildings. So Lord Krishna had really a lot of people, and everybody was devoted and faithful and obedient to Krishna. И, конечно же, если где-либо такое большое население, нужно очень много зданий, чтобы эти люди могли где-то жить. И все эти люди были очень преданы Кришне. So then, we're given a quotation from a book by Bilva Mangal Thakur, a famous book called Krishna Karnamrita. И здесь приводится цитата из знаменитой книги Билва Мангала Такура, которая называется Кришна Карнамрита. And in that book, Bilva Mangal Thakur is speaking to Krishna. И в этой книге Билва Мангала Такур разговаривает с Кришной. And he says to Krishna that, you know, what, that the your Vrindavan is so opulent. И он говорит Господу, твой Вриндаван настолько богат. And he talks about the ornaments which are on the ankles, on the legs of the gopis of Vrindavan, that they're more than Chintamani. И украшения на ногах девушек Вриндавана, они ценнее, чем философский камень Чинтамани. And then it says also that the dresses worn by the ladies, by the gopis there, are as good as those worn in heaven. И наряды, которые носили гопи Вриндавана, они подобны райским цветам.
they're as good as the Parijata flowers that grow in heaven. Они подобны цветам Париджата, растущим на райских планетах. So Parijata is a very fragrant flower which grows only in heaven. And when Krishna was here, Krishna brought a Parijata flower from heaven down to here. И цветы Париджата — это очень такие приятно пахнущие цветы, которые растут только на райских планетах. И когда Кришна был там, он принес эти цветы сюда, на землю. So, Krishna is very opulent. И поэтому Кришна очень богат. And another opulence of Krishna are the cows, which are all like Surabhi cows in the spiritual world. Еще одно богатство Кришны — это коровы. И все эти коровы подобны коровам Сурабхи, которые обитают в духовном мире. So Krishna's opulence is unmeasurable. Поэтому богатство Кришны, оно неисчислимо. When we, if we read the Chaitanya Charitamrita, you see there's a discussion there between Srivas Thakur and Swarup Damodar. И читая Чайтанья Чаритамриту, вы можете найти диалог между Шривасом Такуром и Сварупой Дамодаром. Right. Now, Srivas Thakur is an expansion of Narada Muni. Narada Muni is a Vaikuntha man. И Шривас Такур — это экспансия Нарады Муни, а Нарада Муни — это житель Вайкунтхи. So they were attending Rathiatra, and there's a ceremony in the Rathiatra where the goddess of fortune comes to the Gundicha and arrests the servants of Lord Jagannath. И они проводили Радха-ятру, и на этой Радха-ятре богиня удачи, на эту Радха-ятру спускалась, снисходила богиня удачи. And then, at that time, Srivas Thakur was saying, oh, look at the opulence of the goddess of fortune. It's so wonderful. She's so opulent. И Шривас Такур сказал тогда, посмотрите на все богатство, которым обладает богиня удачи. So the goddess of fortune, she resides in Vaikuntha. She does not reside in Goloka Vrindavan. И богиня удачи, она живет на Вайкунтхе, она не живет на Голока Вриндаване. So, Swarup Damodar heard this statement by Srivas, and he said, Srivas, you don't know the opulence of Vrindavan. И Сваруп Дамодар, услышав эти слова Шриваса Такура, сказал, Шривас, ты еще не знаешь о всем богатстве Вриндавана. He said, you think the goddess of fortune is opulent, but Vrindavan is much more opulent than the goddess of fortune. Ты думаешь, что богиня удачи очень богата, но на самом деле богатство Вриндаване гораздо больше, чем у богини удачи. Of course, we see people around, people often worship the goddess of fortune. They desire to get her blessings and to get material wealth. И мы знаем, что очень многие люди поклоняются богине удачи ради того, чтобы получить ее благословение и обрести материальное богатство. But there's greater opulence in Vrindavan, and the gopis are all goddesses of fortune themselves, and they're much more opulent than the goddess of fortune is in Vaikuntha. Но во Вриндаване гораздо больше благосостояния, гораздо больше этой всей роскоши и богатства. И на самом деле все гопи Вриндавана являются богинями удачи. И потому во Вриндаване богатство и роскоши гораздо больше, чем у богини удачи. People don't realize the opulence of Vrindavan. They think, oh, Vrindavan is just a village, and people in the village are poor, and they just have some cows. There's no wealth there.
Люди на самом деле не осознают все богатство Вриндавана. Они думают, что это просто деревня, и в деревне живут бедные люди, у которых просто есть коровы. Там нет никакого богатства. They don't know the real wealth of Vrindavan. И таким образом они не знают о истинном богатстве Вриндавана. In Vrindavan, all the trees are wish-fulfilling trees, kalpavriksha trees. Все деревья во Вриндаване — это деревья калпаврикша, которые исполняют все желания. But the people of Vrindavan, they don't desire anything more than flowers and fruits to worship Krishna with. Но жители Вриндавана, они не желают от этих деревьев ничего больше, чем цветы и плоды, с помощью которых они могут поклоняться Кришне. So the trees in Vrindavan, they give many flowers and fruits, and they're all used to worship Krishna. Поэтому деревья во Вриндаване дают очень много цветов и фруктов, и все они используются для поклонения Кришне. But actually, these trees are desire-fulfilling trees. They can fulfill all the desires. Но на самом деле все эти деревья являются деревьями желаний, которые могут выполнить все желания. And similarly, the cows are also rabi cows. They can also fulfill all the desires, but the people just simply desire some milk to worship Krishna. И коровы Вриндавана, это коровы, на самом деле это коровы Сурабхи, они также могут выполнить любое желание, но жители Вриндавана берут от них только молоко, чтобы поклоняться Кришне. And even the dust of Vrindavan is chintamani. It's not just ordinary dust. И даже пыль во Вриндаване — это чинтамани, это необычная пыль. Чинтамани means what fulfills all the desires of the mind. И чинтамани обозначает это тот камень, который выполняет все желания ума. And so we should understand the opulence of the holy dham Vrindavan, because that's Lord Krishna's own abode, the most opulent. И таким образом мы должны понять истинное богатство, истинную роскошь и благосостояние Вриндавана, которое является обителью Кришны. We should never think of it as just some ordinary village. Мы никогда не должны думать о Вриндаване как о простой деревне. Okay, we'll go ahead, next one. Следующее качество, почитаемый всеми. О том, кто стоит во главе всех, говорят, что он пользуется всеобщим уважением. Когда Кришна жил в Двараке, его посещали такие полубоги, как Господь Шива, Господь Брахма, Царая Индра и многие другие. Привратник, впускавший этих полубогов в один из очень напряженных дней, сказал: «Дорогие Господь Брахма и Господь Шива, я прошу вас подождать на той скамейке. Дорогой Индра, будь добр, воздержись от своих молитв. Это вносит беспокойство. Прошу тебя, дожидайся своей очереди молча. Дорогой Варуна, пожалуйста, отправляйся во свояси. И вообще, дорогие полубоги, не тратьте свое время даром. Кришна очень занят, ему не до вас». All right, so a person who is the most important amongst all important people, then he is called all honorable. И тот человек, который стоит во главе всех, он пользуется всеобщим уважением. So we're given an example that one day in heaven, in Lord Krishna's abode, Lord Krishna was living at Dwarka, and said different demigods used to come to visit him, to want to see him, different demigods like Lord Shiva and Lord Brahma and Indra. И здесь описывается одна ситуация, которая произошла в обители Господа Кришны в Двараке, когда к нему пришли такие полубоги, как Господь Шива, Господь Брахма, Индра и многие другие. Now, as we just heard, Lord Krishna has a lot of people living in Dwarka. И как мы уже читали раньше, в Двараке проживало очень большое количество людей. So you could imagine, you know, more people means more problems.
И вы можете себе представить, что чем больше людей, тем больше проблем. And they will come to Krishna often to help, ask Krishna to help, what to do, ask for advice. И все они очень часто приходили к Кришне, спрашивали его о том, а что им делать, и просили совета. And so, not only the people in Dwarka was coming, but even the demigods were coming to Krishna to ask for advice and to talk to him. И к Кришне приходили за советом и поговорить с Кришной хотели не только жители Двараки, но также и полубоги. So Lord Krishna has some servants and doorkeeper there, and the doorkeeper had to manage everything and tell people to wait. И у Кришны были различного рода слуги и привратники, которые просили людей подождать или как-то встать в очередь. And so he says to Lord Brahma and Lord Shiva, because they are important demigods, he said, you please sit on the bench and wait. И вот один из привратников, который спускал этих полубогов, сказал Господу Брахме и Господу Шиве, поскольку они были очень важными гостями, подождать на скамейке. And Lord Indra was also there, but Indra was reading prayers and he was chanting mantras and prayers. And the doorman said, please stop it, because you're creating a disturbance. Please keep quiet. И также там был Господь Индра, который повторял мантры, возносил молитвы, и привратник попросил его прекратить чтение мантры и молитв, поскольку это приносит беспокойство, и попросил его хранить молчание. And even some demigods were told, better you go away. Krishna won't be able to see you today, he's too busy. А некоторым полубогам он сказал, пожалуйста, отправляйтесь обратно, Кришна не сможет вас принять сегодня, поскольку он слишком занят. And remember, there's not just one Brahma, there's many Brahmas. There's Brahmas in each universe, and there are many, many universes. И помните о том, что Брахма существует не один, существует очень много Брахм, и поскольку существует очень много вселенных. Remember, there's 330 million demigods. Существует 33 миллиарда полубогов. So, when the demigods have problems, they will come to Krishna for advice, what to do, and ask for help. И когда у полубогов были какие-то проблемы, они приходили к Кришне за советом, за помощью, спрашивали его, что же делать, просили его помочь. So when you have so many demigods and so many, as in the population as well, so big, you can imagine it'd be a lot of work for one person to meet all these people and try to deal with all the problems. И представьте себе такое количество полубогов и такое большое количество населения в Двараке. Представьте, как была занята эта личность, которой приходили люди решать свои проблемы. And each person thinking, my problem is so important, only Krishna can solve my problem. И каждый из них думал, моя проблема настолько серьезная, что ее может решить только Кришна. So, Lord Krishna is the most important of all the important people. Таким образом, Господь Кришна был самым важным среди всех важных людей. Okay, number 50. 50-е качество. Верховный повелитель. Есть две категории повелителей. Те, кто независим от других, и те, чьими приказами нельзя пренебречь. О полной независимости и абсолютной власти Кришны в Шримад-Бхагаватам говорится так. Несмотря на то, что Калия был великим преступником, Кришна все же оказал ему милость, оставив на его голове следы своих лотосных стоп, тогда как Господь Брахма, вознесший Кришне столько прекрасных молитв, так и не смог привлечь к себе его внимание. Бридмор? I don't know how much you read. Did you read about Kaliya? Yeah, just about Kali and Brahma. Okay. All right, so we're told there's two kinds of controllers. И здесь говорится о том, что есть две категории повелителей. One controller is independent, means he can do whatever he likes.
И одни повелители, они независимы. Это значит, что они могут делать все, что им заблагорассудится. And another kind of controller is someone who when he gives orders, you have to follow it. И другая категория повелителей это те повелители, чьими приказами нельзя пренебречь. So we're given an example about Krishna's independence, doing whatever he likes. И здесь приводится пример о независимости Кришны, о том, что он делает все, что ему хочется. And this example comes from Srimad Bhagavatam, and it's in relation to how Krishna dealt with Kaliya. И здесь приводится пример из Шримад Бхагаватам, в котором говорится о том, как Кришна взаимодействовал с Калией. So Kaliya was a, you know, a big poisonous snake with many hoods. He was a powerful snake, and he came to live in the Yamuna River, and he poisoned the water of the Yamuna. И Калия был огромной змеей с множеством капюшонов, он был очень ядовитым змеем, и он приплыл жить в Ямуну. And Lord Krishna heard how the water of the Yamuna had been poisoned, and how it was affecting all the cows and the cowherd boys. So Lord Krishna came there, and he dived into the Yamuna, and Kaliya bound him up in his coils and held him in his coils for a long time. И Кришна, услышав о том, что река Ямуна отравлена и что это наносит большой урон пастушкам и коровам, отправился на Ямуну и прыгнул в реку. И там его Калия схватила, обвил своими кольцами и держал в своих кольцах достаточно продолжительное время. So at that time the people of Vrindavan were almost dying because they thought Krishna's dead. They thought Krishna's not going to survive because the Kaliya snake is holding him in his coils. И в то время жители Вриндавана почти умерли от чувства, что Кришна все еще находится в кольцах Кали, и, наверное, он уже там умер. Actually, Lord Krishna was just performing a pastime. He wanted the people of Vrindavan would have more ecstasy in separation and show more love for him. Но на самом деле это была лила Кришны. Он хотел, чтобы жители Вриндавана почувствовали еще больше экстаз в разлуке с ним и испытывали еще большую любовь к нему. So Krishna remained in the coils of the Kaliya serpent for a long time. And when the people of Vrindavan were on the point of death, then Krishna broke out from the coils of the Kaliya snake and he danced on the hoods of the serpent. И Кришна находился в кольцах змея Кали достаточно долгое время, и когда жители Вриндавана были уже совсем на пороге смерти, тогда он выбрался из этих колец и начал танцевать на его клобуках. Now this Kaliya had been a great offender because poisoning the water of the Yamuna and affecting the lives of the cows and the cowherd boys and the people of Vrindavan is a great offense. И этот Калия был великим грешником, поскольку отравление Ямуны, а также нанесение вреда коровам и пастушкам и всем жителям Вриндавана — это очень серьезное оскорбление. And Krishna was dancing on the heads of the snake, so he was actually kicking the heads of the snake with his lotus feet. И когда Кришна танцевал на головах змея Калии, это фактически он бил по его головам своими лотосными стопами. And he didn't kill the Kaliya snake because he was offered beautiful prayers by the wives of the Kaliya snake, who are called the Nagapatnis. Но он не убил змея Калию, поскольку ему вознесли свои молитвы жены змея Калии, которую звали Нагапатни. Yeah, Patni means wife, and Naga is snake. So the wives of the snake. И патни переводится как жена, а нага — это змея. Таким образом, получается, жены змея. So these nagapatnis, these wives of the snake, they were very intelligent and they offered wonderful prayers to Lord Krishna and they satisfied Lord Krishna by their prayers.
И нагопатни были очень разумными, и они вознесли Господу Кришне замечательные молитвы, которые удовлетворили его. So Lord Krishna didn't kill the snake, but he told him, go, get away from here. И поэтому Господь Кришна не убил змея, но он сказал ему, уходи отсюда. So Kaliya was worried that if he went some other place, he would have trouble from Garuda. Но Калия переживал за то, что если он уйдет в какое-то другое место, Гаруда будет создавать ему проблемы. Garuda is the big bird who is the carrier of Lord Vishnu, and Garuda often captures snakes, and he will pick up snakes and he'll play with them, and then drop them and kill them. И Гаруда — это большая птица, которая на своей спине носит самого Господа Вишну. И Гаруда, он любит хватать змей, бросать их, как-то играть с ними, а потом убивать их. So, Lord Krishna told Kali, you don't have to worry about Garuda, because when I danced on your hoods, I left my marks of my lotus feet on your head. И Кришна сказал тогда Кали, тебе не стоит бояться Гаруды, поскольку когда я танцевал на твоих клобуках, я оставил на них отпечатки своих лотосных стоп. So Garuda will see the marks of my lotus feet on your head, and he will know that you've been blessed by me, so he will not attack you. И Гаруда, он увидит отпечатки моих стоп на твоих головах, и он будет знать, что ты получил мое благословение, и поэтому он тебя не тронет. So that was really mercy of Krishna, that he arranged that Garuda, that Kaliya would not have any trouble from Garuda. И таким образом, это на самом деле было благословением Кришны, чтобы у Калии больше не было никаких проблем от Гаруды. And he was so merciful that his lotus feet were on the head of Kaliya. И он был настолько милостив, что оставил свои отпечатки своих лотосных стоп на голове Кали. We would all love to be so fortunate to get the lotus feet of the Lord on our head. И мы все очень сильно бы желали того, чтобы на нашей голове оставил отпечатки своих лотосных стоп сам Господь. We cannot imagine what pious activities this Kaliya snake must have done to be so fortunate to get the lotus feet of the Lord on his head. И мы даже не можем себе представить, какие благочестивые поступки совершил змей Калия, чтобы получить эту милость, обрести эту милость, чтобы сам Господь Кришна оставил отпечатки своих стоп на его головах. But he is a sinful, in the sinful demon body of a snake. Но у него было очень греховное демоническое тело змея. So it's very hard for us to understand why Krishna gave him so much mercy. Поэтому очень сложно понять, почему Кришна дал ему такую милость. But in contrast, we see Krishna didn't give much attention to Brahma. И здесь также приводится пример Брахмы, которому наоборот Кришна не уделил внимания. Lord Brahma had prayed to Krishna with many nice verses, nice prayers. He'd offered very, very intelligent prayers. Brahma is the Adikavaya, he's the first philosopher in the world. He's the first one to take birth and he's the most intelligent. So he offers wonderful prayers to Lord Krishna. И Господь Брахма возносил Кришне очень много прекрасных молитв, наполненных большим смыслом, и на самом деле Господь Брахма — это первый из философов в мире, он был первым рожденным существом, и потому он был самым разумным, и представляете, какие молитвы он мог вознести Господу. But the prayers of Brahma didn't really attract Krishna. Krishna didn't give much attention to Brahma. Но эти молитвы Брахмы не привлекли Кришне, и поэтому он не уделил ему большого внимания. And one of the reasons why that happened was
Because Brahma had stolen away the cows and the cowherd boys from Lord Krishna. И одной из причин этому было то, что Господь Брахма украл всех коров и мальчиков пастушков у Кришны. So because Brahma had taken away his devotees from him, Krishna was not happy with Brahma. И поскольку Господь Брахма забрал у Кришны всех его преданных, поэтому он был недоволен Брахмой. So Brahma, he was an offender. His offense was even greater than Kaliya's. И поэтому Брахма был оскорбителем, и он совершил еще большее оскорбление, чем Кали. So he didn't get the mercy. Поэтому он не получил милости. Okay, go ahead. Это противоречивое поведение Кришны вполне соответствует его положению, так как во всех ведических произведениях говорится о его полной независимости. В начале Шримад-Бхагаватам Господа характеризуют словом «сварат», что означает «полностью независимый». Таково положение высшей абсолютной истины. Абсолютная истина не только обладает чувствами, но и ни от кого не зависит. Yes. So this is certainly is a there's contradictions here that we see that Kaliya got so much mercy and Lord Brahma, who does a lot of service for Krishna because he has to do the creation, Lord Brahma didn't get the mercy which Kaliya got. И мы видим здесь противоречие о том, что Калия получил милость Господа в то время, как Господь Брахма, который сделал для Кришны очень много служения, он сотворил эту вселенную, он этой милости не получил. But Lord Krishna is supremely independent. That's, and this is mentioned in the first verse of the Srimad Bhagavatam. Но Господь Кришна это тот, кто полностью независимый, это говорится в Шримад Бхагаватам. And the Srimad Bhagavatam begins in the very first verse. Janmad yasya yato navayad taratas charteshu abhigyana swarat. So abhigyana swarat. Swarat is mentioned here, it means completely independent. And this is a description of the Supreme Personality of Godhead. He is completely independent. И в Шримад-Бхагаватам, в самом первом стихе, говорится, что Господь Кришна, Он сварат, что означает полностью независимый. We are independent, but we're not completely independent. Мы также независимы, но мы не полностью независимы. We have a little bit of independence, but Krishna has complete independence. У нас есть лишь маленькая толика этой независимости, в то время как Кришна обладает абсолютной независимостью. Our independence is to choose between Krishna and Maya. Наша независимость состоит в том, чтобы выбирать между Кришной и Майей. So our independence is very small. Поэтому наша независимость, она ничтожна. But Krishna is supremely independent. Но Кришна не полностью независим. So now Krishna's now we're going to, Rupa Goswami is going to discuss about when Krishna gives orders, because we have two kinds of independence. One is two kinds of controller. One is that he can be independent, and the other thing is nobody can neglect his orders. И далее Рупа Госвами рассказывает о качестве Кришны как о том, чьими приказами нельзя пренебречь. То есть первое, мы уже говорили о том, что есть две категории повелителей, и первая категория — это тот, кто независим от других, и второе — это тот, чьими приказами нельзя пренебречь. Okay. О том, что никто не может пренебречь приказам Кришны, говорится в третьей песне Шримад Бхагаватам 2.21. Удава говорит Видури: Господь Кришна – владыка трех гун материальной природы. Он наслаждается всеми богатствами, и потому нет никого равного ему или выше него. Все великие цари и императоры приходили к нему с дарами и склонялись своими шлемами к стопам Господа. Один преданный сказал: «О Кришна, приказывая Брахме, теперь можешь начать творить вселенную и Господу Шиве
уничтожь материальную вселенную, ты творишь и разрушаешь материальное мироздание. Своими повелениями и с помощью своей частичной экспансии Вишну ты поддерживаешь вселенную. Таким образом, у Кришна враг Камсы, все многочисленные Брахмы и Шивы просто исполняют твою волю. So the Lord Krishna's orders not being neglected is described in the third canto of the Srimad Bhagavatam when Uddhava is speaking to Vidura. И то, что никто не мог пренебречь приказами Кришны, описывается в третьей песне Шримад Бхагаватам в разговоре Уддавы и Видуры. So Uddhava is describing the glories of Lord Krishna. И Уддава описывает славу Господа Кришны. And he said, Lord Krishna is the master of the three modes of material nature. И он говорит, Господь Кришна – владыка трех гун материальной природы. And he enjoys all opulences. Он наслаждается всеми богатствами. Nobody is equal to him or greater than him. И нет никого равного ему или выше него. So many big kings and emperors, rulers, they would come to Krishna and they would bow before Krishna. И все великие цари, императоры, правители приходили к Кришне и склонялись перед ним. Although they are used to everybody bowing to them, they would come when they came before Krishna, they would bow down to him. И хотя все, кто приходил к этим царям, склонялись перед ними, тем не менее сами эти цари преклоняли свои головы перед Кришной. And people used to bring gifts and offerings to the kings and to the emperors, but the kings and the emperors, they would bring gifts and offer things to Krishna. И люди должны были приходить с дарами, подносить какие-то и подносить что-то царям и императорам, но сами цари и императоры приходили с дарами и подношениями к Кришне. And then another example is given about how Krishna's orders are not neglected, and it's about how Krishna orders Brahma to create the universe. И также приводится еще один пример того, что приказами Кришны нельзя пренебречь. Этот пример связан с Господом Брамой, когда Кришна приказывает Браме, ты должен начать творить Вселенную. So this is the secondary part of creation. The initial creation is done by Vishnu, and Vishnu creates Brahma, but then Brahma is given the job to do the rest of the creation. И на самом деле это уже вторичное творение. Первичным творением занимается Господь Вишну, который создает Брахму. А Брахма уже начинает делать работу по творению Вселенной. So творению Вселенной. Lord Krishna orders Brahma, you do the creation. И Господь Кришна приказывает Брахме. And then ты творишь Вселенную. Then later on he will order Lord Shiva. Now it's time for you to end the creation. И позже он приказывает Господу Шиве, а теперь пришло твое время уничтожить творение. And Lord Shiva will do the annihilation of the universe. И Господь Шива разрушает Вселенную. So the material world is created and then destroyed, all under the orders of Krishna. И таким образом материальный мир творится и уничтожается по приказу Кришны. And under the direction of Krishna's representative, Lord Vishnu. И под управлением Кришны находится Господь Вишну. Lord Vishnu is he does the maintenance of the universe. Господь Вишну поддерживает Вселенную. So Krishna is known as the enemy of Kamsa. И таким образом Кришна известен как враг Камса. And there are many Brahmas and there are many Shivas, but in each universe there's a Brahma
I know our universe, we have four-headed Brahma, but other universes, Brahma has many heads. In other universes, there's also a Shiva in each universe, and they're all waiting just to follow the instructions of Lord Krishna. И все многочисленные Брахмы и все многочисленные Шивы, они просто исполняют приказы Господа. То есть есть Брахма в нашей вселенной, Брахма, он имеет четыре головы, а в других вселенных Брахма многоголовый. Также в других вселенных есть Господь. В каждой из них есть свой Господь Шива, и все они исполняют волю Кришны. Go ahead. 51. Changeless. 51-е качество. Неизменный. Кришна не меняет своего положения даже тогда, когда он приходит в материальный мир. Изначальное духовное состояние живых существ в материальном мире не проявлено. Они являются в мир в различных телах и действуют в нем так, как диктует их тело. Но Кришна не меняет своего тела. Он приходит сюда в своем изначальном теле, и потому на него не распространяется влияние гун материальной природы. В первой песне Шримад-Бхагаватам 11.38 говорится, что это особая привилегия Верховного Повелителя – не подвергаться воздействию гун природы. Практическим доказательством этому служит то, что влияние материальной природы не распространяется даже на преданных, находящихся под покровительством Господа. Преодолеть влияние материи чрезвычайно трудно, но преданные и святые, принявшие покровительство Господа, находятся вне Него. Что же тогда говорить о самом Господе? Проще говоря, Господь, хотя Он иногда и приходит в материальный мир, не имеет ничего общего с материальной природой и действует абсолютно независимо, оставаясь трансцендентным. Это отличительное качество Господа. All right. So we see Lord Krishna comes, he appears in this world. Although he has his eternal abode in the spiritual world, sometimes he will come and like appear, manifest himself in this world. И хотя у Господа Кришны есть духовный мир, где он присутствует постоянно, иногда он появляется в этом материальном мире, спускается сюда. So when he appears in this world, he doesn't change his position. He's still the same. Is, you know, a cowherd boy. И когда он спускается в этот материальный мир, появляется в этом материальном мире, он не меняет своего положения как мальчика-пастушка. And he's the supreme lord. He's also the lord of Vaikuntha. So when he comes in this world, he continues to. He doesn't change. He just comes in his original transcendental form. И он является Верховным Господом, Господом Вайкунтхи. И когда он приходит в этот мир, он не меняет своего истинного, изначального и трансцендентного положения. But in contrast, you can see how we are also spiritual sparks, and we also come from the spiritual world. Long time ago, we've come from the spiritual world, but we've forgotten our spiritual position. Но на контрасте мы как те, кто тоже спускается из духовного мира, кто спустился из духовного мира много-много времени назад, мы тем не менее забываем свое трансцендентное духовное положение. We see when Lord Krishna takes different bodies, sometimes he will come as a fish, and sometimes as as a fish, he will come as Matsya avatar, and he will come as a turtle, as Korma avatar, he will come as a boar, as Varaha, but he will perform wonderful activities. He will always be transcendental. Господь Кришна, он приходит в разных телах. Иногда он приходит как рыба в образе Матси аватара, иногда как черепаха в облике Курма аватара, иногда как вепрь, как Вараха аватар, но во всех этих воплощениях он не меняет своего трансцендентного положения. Even though he may be a boar, and we think boars are not very attractive, but when the Lord comes as a boar, he's always attractive because he's the supreme Lord. И даже когда он приходит как вепрь, а мы знаем, что вепри, они не очень привлекательны, Господь Кришна в облике вепря, он очень привлекателен. And he's also, Верховный Господь. And because he is the Supreme Lord, he performs inconceivable activities.
И поскольку Он верховный Господь, Он совершает непостижимые деяния. Just like as Matsya, He saved the Vedas, and например, как Матси, в облике Матси он спасает Веды. And when he came as Kurma, then he helped to turn the milk ocean. И когда он приходит в облике Курмы, он помогает вспахтать молочный океан. And when he came as Varaha, he picked up the earth planet from the bottom of the universe. Когда он приходит в облике Варахи, он помогает поднять землю со дна Вселенной. So although the Lord comes in so many different forms of different species of life, He's always the Supreme Lord. И хотя Господь приходит в этих различных формах различных живых существ, а тем не менее Он является Верховным Господом. But if we take that form, if we take a body like that, we will become influenced by that body, and we won't. We'll lose our identity. Но если бы мы обрели такое тело, то мы бы попали под влияние этого тела и потеряли бы свою индивидуальность. We take the body of an animal, we'll think like an animal, we'll behave like the animal. There'll be nothing transcendental. Если мы находились бы в теле животного, мы бы вели себя как животное, мы бы не чувствовали бы себя трансцендентными. Because we are affected by the modes of nature, but Krishna is never affected by the modes of nature. И мы находимся под влиянием гун материальной природы, в то время как на Кришну они не оказывают никакого влияния. Also, the devotees, we are, as devotees, devotees are protected by Krishna, so that helps us to be not to be so much influenced by the material nature. И мы преданные Кришне, а преданные Кришне, на преданных Кришне материальная природа не оказывает влияния. So in Bhagavad Gita, Lord Krishna says it's very difficult to get freed from the material nature. И в Бхагавад Гите Господь говорит, что очень сложно освободиться от материальной природы, от гун материальной природы. Krishna says, "Devihi esha gunamayi, mama maya duratyaya." He said, because this material nature is Krishna's energy, it's very difficult to overcome it. И в Бхагавад-гите говорится, поскольку эта материальная энергия является энергией Кришны, ее очень сложно преодолеть. But because a devotee is connected to Krishna, so he's not affected by that material nature. Но поскольку преданные они связаны с Кришной, эта энергия не оказывает на них So if the devotees are not affected by the material nature, then Krishna also won't be affected by the material nature. Если даже преданные не находятся под влиянием материальной природы, то сам Кришна тем более не находится под ее влиянием. In the Bhagavad Gita also it says that the material nature is under the control of Krishna. И в Бхагавад-гите также говорится, что материальная природа находится под контролем Кришны. Майадьякшена пракрити суйяте сачарачара. Right? This material nature is moving under my direction, O son of Kunti. It's not independent. И в Бхагавад-гите также говорится, что эта материальная природа действует в соответствии с моими приказами. Она не независима. So the material nature is Krishna's energy, and Krishna is the energetic. He is the source of the energy. Таким образом, материальная природа — это энергия Кришны, а Кришна является источником этой энергии. So we see how Lord Krishna appears in the material world, but at the same time, he has nothing to do with the material world. He's above it.
И мы видим, как Господь Кришна появляется в этом материальном мире, но он не имеет с ним ничего общего, он находится выше его. In Bhagavad Gita, when Krishna describes the material nature, he says, Bina prakritir ashtada. He mentions the different elements, earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, false ego. Altogether, these eight comprise my separated material energy. И в Бхагавад-гите Господь Кришна говорит, что все материальные элементы — земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго — все они составляют мою материальную энергию. So it's not, the material nature is not very close, it's not very, Krishna's not very much concerned with the material nature. И Кришна, он не сильно связан с материальной природой. It's his separated energy. Это отделенная энергия. Just like man and woman, they may be husband and wife, they may be married, but then they may separate. So the relation is not very intimate. И, например, если муж и жена расходятся, то тогда отношения между ними уже становятся не такими близкими. So Krishna's relationship with the material world is like that. И отношения Кришны с материальным миром именно таковы. Krishna, although he appears in this world, he remains transcendental. И несмотря на то, что Кришна появляется в этом материальном мире, он остается трансцендентным. So this is a special quality of Lord Krishna. И таково особое качество Господа Кришны. That he is changeless. Оно заключается в том, что он неизменен. All right. So we will stop here today. Сегодня мы здесь остановимся. Yeah. There are some questions. Okay. Итак, Матаджи Елена, пожалуйста, ваш вопрос, пожалуйста. Матаджи Юна, уступим, да? Да, можно Матаджи Елена спрашивает. Лена Матаджи, слышно меня? Да, слышно. Харе Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. У меня вот два вопроса и одно благословение. Но я думаю, что не длинные вопросы. Первый вопрос. Как нам узнать богатство Вриндавана? Слушая об этом. Hare Krishna Guru Maharaj and dear devotees, please accept my humble obeisances. I have several questions, and the first one is, how do we know the wealth of Vrindavan? By hearing about it? How do we know the wealth of Vrindavan? How do we know the wealth of Vrindavan? Well. You have to see through the eyes of scriptures. Вам нужно смотреть глазами Писания. The wealth of Vrindavan. You have to understand the wealth of Vrindavan is not material. Вы должны понимать, что богатство Вриндавана не материально. If you go and live there in Vrindavan, then you could better appreciate what is the wealth of Vrindavan. Если вы поедете жить во Вриндаван, то вы лучше сможете оценить богатство Вриндавана. We have to cultivate pure devotion. Мы должны развивать чистую преданность. Krishna doesn't reveal the wealth of Vrindavan to ordinary people. И Кришна на самом деле не раскрывает богатство Вриндавана обычным людям. Ordinary people, if they see the wealth of Vrindavan, they'll become influenced. They want sense gratification. They will exploit it.
И если обычные люди увидят богатство Вриндавана, то они будут использовать их для чувственных наслаждений, будут эксплуатировать их. So Krishna keeps the wealth of Vrindavan, just like the holy dam. Many people go to the dam, they don't see the dam. They're covered. Their eyes are covered. Например, как многие люди посещают святую даму, но они не видят в ней ничего святого, потому что их глаза закрыты. So the wealth of the dam is also covered from unqualified people. Поэтому богатство святой дамы также закрыто от покрыто и защищено от неквалифицированных людей таким образом. We have to change our consciousness before we can see the wealth of Vrindavan. Мы должны изменить своё сознание, прежде чем мы сможем увидеть богатство Вриндавана. Yes. Next question? Yes. Следующий вопрос, Матаджи. Вот такой вопрос. Если гуны материальной природы находятся под властью Кришны, то почему нам очень нужно выйти под их влияние? The second one. If the modes of material nature is under the control of Krishna, then why do we need to get out of their influence? Well, the modes of material nature are under the control of Krishna, just like the prison house is under the control of the government. И гуны материальной природы находятся под контролем Кришны таким же образом, как, например, дом человека находится под контролем правительства. So you may think, why do I need to get out of prison? Would you repeat once again, Guru Maharaj? If we are in the prison house, we may think, oh, I'm under the control of the government. I'm safe here. I'm under the control of the government. So no need to get out of prison. Let me stay in prison. Например, если мы находимся в тюрьме, мы думаем, о, мы находимся под контролем правительства. You mean previous sentence was about prison too, yeah? Yeah. Извините за перевод, я не расслышала слова. То есть предыдущее было, что Кришна контролирует гуну материальной природы точно так же, как и тюрьму контролирует правительство. И поэтому, когда мы находимся в тюрьме, мы думаем, ну, я нахожусь под контролем правительства, зачем мне отсюда выходить? Yeah, in the prison house. The life is not so pleasant. It's not, you're not so much at liberty to enjoy the life. И в тюрьме жизнь не наполнена удовольствиями. У вас очень мало свободы, чтобы наслаждаться жизнью. You'd be greatly restricted. И вы на самом деле очень сильно ограничены. But if we surrender to Krishna, then Krishna will take us to the spiritual world, and there you can enjoy the intimate connection with Krishna. You can and even take part in his pastimes. But Krishna, we said, he hardly ever comes to this world. И если мы преданы Кришне, то он забирает нас в духовный мир, где мы наслаждаемся тесным общением с ним и можем даже участвовать в его играх. Но Кришна, к сожалению, очень редко приходит в этот мир. Krishna comes once in the day of Brahma. Кришна приходит один раз в день Брахмы. But every day you can be with Krishna in the spiritual world. Но в духовном мире вы каждый день можете проводить с Кришной. So you get the opportunity for intimate association with Krishna in the spiritual world. You don't get it here in the material world.
И тогда у вас появится возможность иметь очень близкие взаимоотношения с Кришной в духовном мире, но здесь, в материальном мире, вы этого не получите. Here, yeah, this world, it's also Krishna's world, but it's like his, it's a cloudy portion of his existence. It's not the most attractive or the most pleasant place. И этот материальный мир — это лишь сумрачная часть духовного мира Кришны. Это не самая приятная его часть. So you stay under the modes of nature. The modes of nature are very cruel. They're very harsh in dealing with us. They give us a lot of problems. И гуны материальной природы, они очень жестки по отношению к нам, очень черствые и жестокие по отношению к нам. The modes of nature are called gunas, and guna means ropes or like chains, and they put us in bondage. We're in bondage to the mode of passion and ignorance and goodness. They're just simply like ropes or chains around us, which restrict our freedom. И гуны материальной природы, они подобны веревкам. Слово гуна переводится как веревка или цепь, которая оборачивается вокруг нас и ограничивает нашу свободу. Это гуны, это веревки раджаса, тамаса, которые цепи, которые связывают нас. So intelligent people will think how to get out from this world. И разумные люди думают о том, как выбраться из этого материального мира. From the Bhagavad Gita, we're told this place is a dukalayam ashasvatam, a temporary place of misery. И в Бхагавад-гите говорится, что это временное место страданий. There is no permanent residence here in the material world. В материальном мире нет постоянного места жительства. Even Lord Brahma, who lives very long time, his life is not permanent. И даже Господь Брахма, у которого достаточно долгая жизнь, тем не менее его жизнь, она не вечна. So we should understand the nature of this material world. Yes, it's Krishna's world, but it's his prison house. И мы поэтому должны понимать природу этого материального мира. Да, это мир, созданный Кришной, но тем не менее это тюрьма. And we were so stupid, we chose to come here. И мы были настолько глупы, что выбрали это место. It's not that Krishna forced us to go here. We put ourselves here. Это не Кришна нас заставил прийти сюда, мы сами сюда пришли. So we should be intelligent and want to get out. И мы должны быть настолько разумны, чтобы захотеть выбраться отсюда. Understand? Этот момент понятен, Матаджи? Да, спасибо. Yes, thank you. И следующий вопрос. Я хотела попросить благословения Гуру Махараджа. Сегодня вот взяла книги и пойдем с преданными распространять книги на улицу. Благословите, пожалуйста. And the third point, Guru Maharaj, we go to distribute books today. Please give me your blessings. Okay, yes. Bless you. May you distribute nice books. Да, конечно же, я вас благословляю. May you distribute nice books? Yes, but I pray that you will meet some sincere people and be able to give them nice impression of Krishna consciousness. И я молюсь о том, чтобы вы встретили искренних людей и произвели на них впечатление такое, что дали хорошее впечатление в сознании Кришны.
Remember, our purpose is not just simply to go out there to do business and sell books, but our purpose is to give people a good introduction to Krishna consciousness. И помните, что наша цель заключается не в том, чтобы заниматься бизнесом и просто продавать книги. Наша цель состоит в том, чтобы дать какую-то вводную, хорошую вводную информацию о сознании Кришны. People who meet you should think, oh, that person was so nice, this must be a very good thing. И человек, которого вы встречаете, он должен думать, о, вот эта девушка, она, наверное, очень хорошая, поэтому сознание Кришны, наверное, очень хорошая вещь. If such a nice young woman is taking an interest in this thing, it must be a very real, very genuine thing. И они должны думать, что если такая хорошая, красивая девушка придерживается такого пути, то должно быть это истинный, подлинный путь. Окей. Спасибо большое. Спасибо большое. Sometimes devotees become very business-like, you know, and they really want to collect a lot of money. But they make enemies at the same time. That's not good. Иногда преданные сосредотачиваются на том, чтобы собрать как можно больше денег, сделать на этом бизнес, но при этом они создают себе врагов, и это не очень хорошо. We want to give people the nice impression that this is a genuine spiritual process. Мы должны произвести на людей хорошее впечатление. Мы должны показать им, что это искренний, истинный духовный процесс. And you are making an effort on behalf of the cyclic succession. You're taking the responsibility to try to introduce them to Krishna consciousness. И вы находитесь в ученической преемственности и берете ответственность за то, чтобы привести людей в сознание Кришны. So you are представить людям сознание Кришны. You are a missionary and you are a welfare worker. You are working for the benefit of people. И вы миссионер, и вы работаете для того, на благо людей. You're making an effort to try to elevate them out of their material conditioned life. И вы прилагаете усилия, чтобы поднять их с их уровня материальной обусловленной жизни. So your action, your activity is very praiseworthy, and it's very much appreciated by all the great acharyas. И поэтому ваша деятельность, она очень ценна и достойна похвалы, о чем говорят, и эту деятельность ценят многие ачари. So be patient and be tolerant and be enthusiastic. Поэтому будьте терпеливы и проявляйте энтузиазм. So thank you very much for taking up this service to try to distribute Krishna consciousness. И спасибо вам большое, что вы занимаетесь этим служением и пытаетесь распространять сознание Кришны. And remember, don't be attached to the results. И помните, не привязывайтесь к результатам. We're doing it as a duty. It's our duty to share what we have. И выполняете это как обязанность. И наша обязанность состоит в том, чтобы делиться тем, что у нас есть. So you have some consciousness of Krishna, and you want to share it with others. И у вас есть какое-то сознание Кришны, вы хотите поделиться этим с другими. So it's very much appreciated. Это очень ценно. Hare Krishna. Hare Krishna. Next question, Guru Maharaj. Yes.
Юна Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж и все преданные, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны со славой Шри Прабхупаде. Вриндаван духовного мира и материальный Вриндаван как-то соединяются между собой? И можно ли попасть из одного в другой? Спасибо. Hare Krishna Guru Maharaj and all the devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Does the Vrindavan of the spiritual world and the material Vrindavan somehow connect with each other? And is it possible to get from one to another? Yes, well, Vrindavan here in this world is the embassy. It's like the, just like you have the Russian embassy in India. So the Russian embassy is a representative of Russia here in India. And it's separate from India. It's actually Russia. When you go inside the Russian embassy, it's part of, it's their own private land, and the law is, everything is Russian. So the same way, Vrindavan is like the embassy of the spiritual world. И Вриндаван — это посольство духовного мира. Это подобно тому, как, например, в Индии есть российское посольство, и внутри этого посольства действуют законы России, и все живут по традициям России, подобным же образом. Вриндаван является посольством духовного мира. But you have to understand, Vrindavan is not just a place on the map. You have to change the consciousness to actually enter into Vrindavan. Но вы должны понимать, что Вриндаван — это не просто место на карте. Вы должны поменять свое сознание, чтобы на самом деле попасть во Вриндаван. So Vrindavan is, it's an eternal abode. And when this material world is annihilated, Vrindavan Dham is never annihilated. И Вриндаван — это на самом деле вечная обитель. Когда этот мир разрушается, Вриндаван не разрушается никогда. Because it's a Dham, it's eternal abode. Material world's not eternal. You know, places on the map, they will be destroyed in the course of time. But Vrindavan is eternal, will never be destroyed. И Вриндаван — это вечная обитель, вечная духовная обитель, и когда материальный мир разрушается, Вриндаван остается, это вечная обитель. So we may wonder, well, what happens to it when there's annihilation and all the worlds are destroyed? What happens to Vrindavan? И нам может быть интересно, что же происходит со Вриндаваном, когда разрушается весь остальной мир? Well, sometimes it's manifest and sometimes it's not. Just like the clouds in the sky. Sometimes there's manifest cloud, there's clouds in the sky, and sometimes they're not. They become unmanifest, but they're still there. So similarly, Vrindavan is manifest and sometimes not. И Вриндаван иногда проявлено, иногда нет. Это подобно облакам на небе. То есть иногда их видно, иногда они проявлены, иногда нет. И подобным же образом проявляется или не проявляется Вриндаван. When there will be creation, then the holy Dham will be manifest again. И когда создается творение, святая Дхамма снова проявляется. So understand the Dham is spiritual. Таким образом, нужно понять, что святая Дхамма — это духовное место. Okay. Next question? Yeah. И следующий вопрос Елена Миронова, Матаджи, ваш, пожалуйста. Спасибо большое. Хари Кришна, ваши святейшие, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклоны. У меня дочь замечательно готовит поделки из разных материалов. Когда слушала вашу лекцию, пришла идея попросить ее сделать фигурку коровы Сурабхи для алтаря.
Но дочь не преданная и пока не проявляет интерес к нашему движению. Если она сделает коровку, смогу ли я предложить ее Господу поставить на алтарь? Или только преданные могут готовить предметы для алтаря? И, может быть, вот вторым вопросом, да, вот, чтобы не почву не сваливать, принимает ли вообще Господь неосознанное служение непреданных, а как это может проявляться? Хари Кришна, спасибо большое. Хари Кришна, your holiness and dear devotees, please accept my humble obeisances. My daughter makes wonderful crafts from different materials. And when I was listening to the lecture, I just I had one idea to ask my daughter to make a figure of a Surabhi cow for the altar. But the daughter is not a devotee, and she has not and she has no any interest in our movement. If she makes a cow, may I offer this cow to the Lord and put it on the altar, or only devotees can prepare items for the altar? No, your daughter can also prepare. Нет, ваша дочка также может это сделать. Yeah, your daughter can also do this, and you yourself are the one offering it and placing it on the altar. Your daughter is simply doing the work of preparing the cow, of course. She, and you say she's not a devotee, okay. That's all right. Let her do it. It's giving her a chance to actually get some benefit, because you're connecting her service, what her work is being connected to Krishna. И да, ваша дочка может сделать какую-то поделку, а вы ее предложите и поставите на алтарь. И таким образом ваша дочь получит большое благо, поскольку вы свяжете ее деятельность с Кришной. We like to engage other people in the service of Krishna. And they get the benefit of what we call agyata sukriti. That they're performing a pious activity unknowingly. И нам нравится вовлекать людей в служение Господу. Это называется агьята сукрити, когда они совершают служение, не зная об этом. Неосознанное преданное служение. So it's very nice. Get your daughter to do this агьята сукрити. Get her to do more pious activities unknowingly. And offer it to Krishna. И это очень хорошая идея занять вашу дочь в такой неосознанном преданном служении, таким образом дав ей возможность заработать агьята сукрити. Okay. И последний вопрос. The other part of the question is, does the Lord accept the unconsciousness service of the known devotees at all, and how can this manifest itself? I think you already answered this question. Yeah, I think so. И на вторую часть вопроса Махарадж только что вам ответил. Спасибо большое, Хари Кришна. Thank you very much, Хари Кришна. Okay. No more questions in the chat. Okay. No more. Guru Maharaj, I have a question. Okay. Да, Прабу. Ваше святейшество, почему невежество так сильно? Your Holiness, why is вы имеете в виду, в принципе, невежество или гуну невежества? Ну, гуна, да и в принципе, это вот. Your Holiness, why is ignorance so powerful? Why is ignorance so powerful? Well, understand ignorance is also one of Krishna's energies. Невежество — это одна из энергий Кришны. We said there are three modes of nature: goodness, passion, and ignorance.
So the three modes of nature are all Krishna's energy. So ignorance is also connected to Krishna. И мы уже сказали, что есть три гуны материальной природы: раджас, тамас и сатва. И все три энергии, они принадлежат Кришне, и таким образом невежество также является энергией Кришны. Ignorance is forgetfulness of Krishna. We forget. И невежество — это то, когда мы забываем Кришну. And we forget that we are spirit souls. We forget that we are not the master. Мы забываем, что мы духовные души, и мы забываем о том, что мы не являемся господином. Ignorance is again thinking I'm the body, and we're thinking I'm the body. We're thinking that my body is eternal. И невежество — это значит, что мы думаем, что мы тело, и and that we think that we are eternal. Yes. И значит, что мы думаем, что мы существуем вечно. So this ignorance is arranged because we want that ignorance. We want to enjoy these things. Krishna gives us that kind of independence. И таким образом существует это невежество. Мы хотим быть, существовать вечно, хотим быть независимыми, и Господь Кришна дает нам эту независимость. Right, our independence. We either choose to surrender to Krishna or surrender to Maya. И мы можем выбирать, предаваться ли нам Кришне, либо предаваться ли нам Майе. When we surrender to Maya, means we're surrendering to this ignorance and this illusion. И когда мы предаемся Майе, это значит, что мы предаемся этому невежеству, этой иллюзии. We're thinking this is my enjoyment. This is my happiness. И мы думаем, что таково это мое наслаждение, это мое счастье. We're thinking that we can do whatever we want. We're thinking it's a freedom, but actually it's not freedom. We're controlled. И мы думаем, что мы можем делать все, что мы захотим. Мы думаем, что мы свободны, но на самом деле это не свобода. Мы находимся под контролем. We're controlled by these modes of nature. Just like we said, there's the mode of ignorance, and it binds us and covers us. И мы находимся под контролем этих гун материальной природы, и таким же образом гуна невежества, она покрывает нас. And the covering is greatest in the mode of ignorance. И это покрытие, оно гораздо сильнее в гуне невежества. We're completely ignorant, completely, totally forgetful about our actual spiritual nature. И мы полностью, мы абсолютно забываем о нашей духовной природе. This is because of the covering which is over us. This covering is what causes the ignorance, covers our spiritual nature. И это происходит из-за этого покрытия, которое закрывает от нас нашу духовную природу. Our spiritual nature is Satchit Ananda, eternal, full of bliss and knowledge. И наша духовная природа — это Satchit Ananda. Мы полны, мы вечны, полны знания и блаженства. But due to ignorance, we're thinking the other way. We're thinking just the opposite. We're just totally forgetful of our real, true self. Но из-за невежества мы полностью действуем по-другому. Мы полностью забываем, кто же мы есть на самом деле. So when we surrender to Krishna and when we chant the holy name of Krishna, then we remove that covering. And we awaken our spiritual self, and we come to the platform of knowledge. И когда мы повторяем мантру, таким образом мы, когда мы находимся в сознании Кришны, мы снимаем с себя это покрытие.
And the more we engage in sinful activities, and the more we have all the bad habits, the more the covering increases, and the deeper we go into darkness and ignorance. И чем больше мы занимаемся греховной деятельностью и потворствуем своим дурным привычкам, тем больше мы находимся в невежестве и погружаемся в темноту. Because that's what we want. We chose that. Поскольку это то, чего мы хотите, мы выбираем это. Krishna didn't force us. We chose it. It was our mistake. И Кришна не заставлял нас делать это. Мы это выбрали, это была наша ошибка. Okay. Next question. Yeah. Можно? Да. Да, да. Все гуны могущественные, так как это, ну, это его энергии, но так как мое желание не видеть Кришну и считать себя независимым, поэтому я сам выбираю не гуну знания, а гуну невежества, чтобы просто, ну, быть независимым и не знать Кришну. Поэтому она такая могущественная. То есть причина — это именно мое желание личное. Am I understand correctly that all modes of nature, all the energies of Krishna are powerful, but because it's my desire, because I myself chosen this ignorance, because I wanted to forget about Krishna, that's why this mode is so powerful. Ignorance, I mean. Well, I don't think I don't think it's anything to do with you that the mode is powerful, but because it's from Krishna, it's powerful. Я не думаю, что это как-то связано с нами, и могущество гуны связано как-то с самим человеком. Гуна могущественна, потому что она связана с Кришной. Krishna is the all powerful. So his energy is His energies manifest that power which comes from him. И поэтому его энергии проявляет это могущество, которое исходит из него. Okay. Yes. Next question. Валентина Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Она, кажется, просила прочитать. Да? Харе Кришна, примите мои поклоны, Гуру Махарадж, дорогие преданные. Как бороться с желанием спать? Может, это сигнал ухудшения здоровья или это наказание от Кришны из желаний прошлого? Просто вырубая 21 и могу встать только к 6. И испытываешь такие страдания от того, что не смог выполнить свою садхану утром. Спасибо. Это же куна невежества, правильно я понимаю. Харе Кришна, Гуру Махарадж, please accept my humble obeisances. The question is, how to deal with the desire to sleep? Maybe these are signals of just of that point that my health is getting worse, or is this punishment from Krishna because of my previous desires, I want to sleep very much at 9 o'clock in the evening, and I just fall asleep, and I can get up only by 6 o'clock, and I'm just very suffering from the fact that I couldn't fulfill my sadhana in the morning. And is it a mode of ignorance? Am I correct? Yes, you're correct. It's a mode of ignorance. Да, все верно. Это гуна невежества. Sleep 9 hours a day. That's the mode of ignorance. Вы спите 9 часов в день. Это гуна невежества. It's good to sleep early, but you should get up early also. Да, хорошо, что вы засыпаете рано, но также вы должны раньше вставать. Anyway, you have to
gradually try to adjust your life. You can't change these things quickly. Тем не менее, вы должны просто постараться постепенно отрегулировать свою жизнь и быстро изменить все эти вещи. Of course, the environment has a lot to do with it. Maybe because it's winter time, you're sleeping later because it's dark everywhere until later in the morning, so you sleep later. I can understand that. And because it's very cold also, you're not in a rush to get up. И я понимаю это состояние, то есть это может зависеть также от окружающей среды. Например, сейчас зима, и очень холодно, и очень сложно встать, ставить себя встать, и утром очень темно, то есть из-за этого может быть. So the environment and the association have a lot to do with which mode of nature you're in. И окружающая среда, и то окружение, с которым вы общаетесь, очень сильно влияют на ту гуну, в которой вы находитесь. But still, you can overcome these things if you really endeavor and take shelter fully of Krishna consciousness. И на самом деле вы можете преодолеть все эти вещи, если у вас действительно есть стремление, и вы принимаете прибежище в сознании Кришны. Of course, if you have a family, then it's more difficult. If the family are not devoted, then it will be difficult for you. И, конечно, если у вас есть семья, и члены семьи не являются преданными, то это будет немного сложнее для вас. You have a husband, or you have children, or like that, then these things, they will restrict your what you can do. И у вас есть муж, возможно, дети, и все эти вещи будут ограничивать вас в том, что вы делаете. Anyway, as I said, you know, it's good you're thinking about it. You understand it's not very good to sleep so much. You certainly don't want to spend so much percentage of your life sleeping. Очень хорошо, что вы задумываетесь об этом, и, конечно же, не очень хорошо большую часть своей жизни проспать. That's like almost, if you think if you sleep 12 hours a day and you live to be 100 years, then you sleep 50 years. It's not good, you know, that you spend so much time sleeping, because time is very valuable, very rare. And if we just spend it all sleeping, then we're not making use of the time. И, например, если вы спите по 12 часов в день и взять продолжительность жизни как 100 лет, то фактически вы, получается, проспите половину своей жизни. И на самом деле это бесполезное использование времени, то есть таким образом мы не понимаем всю ценность времени, насколько оно, насколько эта вещь редка и ценна. And we read about people like the Goswamis, how they practically stopped eating and sleeping. И мы читаем о таких людях, как Госвами, как они практически перестали есть и спать. So we need to try to reduce. Prabhupada told devotees that sleep is like death. So he didn't like that devotees would just sleep. Devotees sleep is like death? Yeah, sleeping is like death, because you just stop all activity and you just go into subconsciousness. And you forget everything, forget about Krishna. И Шрила Прабхупада говорил, что для преданного сон это как смерть, поскольку вся деятельность останавливается, и мы уходим только в подсознание и забываем о Кришне. So you please try your best to do something to adjust. И таким образом, пожалуйста, попытайтесь что-либо сделать, чтобы отрегулировать это.
There's so many things to be done. As devotees, we have so much to do. We have so many books to read. We have so much chanting to do. Мы так много должны сделать, как преданные. Мы должны прочитать много книг, повторить свои круги. And we have also so many different services we're supposed to do. Также предполагается, что мы должны делать очень много служений. So we can't afford to waste time. То есть мы не должны тратить время зря. And that's why devotees are very conscious to try to minimize the bodily demands, eating and sleeping and mating and defending. И мы должны стараться минимизировать запросы тела и свести к минимуму еду, сон, секс и оборону. Srila Prabhupada said when he was a young man, he gave up mating and defending. И Шрила Прабхупада говорил, что он, когда был молодым человеком, он отверг совокупление и оборону. And he said, now in my old age, I've also given up eating and sleeping. А теперь уже в старом возрасте я убрал сон и еду. Yes. Okay. Еще one more question. Yeah. Юна Матаджа. Да, спасибо. Харе Кришна, как помнить о Кришне даже во сне? Мы же должны помнить о нем 24 часа в сутки. Спасибо. We should remember Krishna 24 hours a day, and how we can remember Krishna even in our dreams. Well, when your mind is absorbed in Krishna in the daytime, if you're fully absorbed in Krishna throughout the day, then at night you will also be absorbed in Krishna in your dream. И если вы полностью днем вы полностью погружены в Кришну, то тогда ваш ум и ночью во сне также будет поглощен Кришной. What we do in the daytime, that will come in our dreams. То, что мы делаем днем, приходит к нам во сне. So what's absorbing, what's in the mind, what were you thinking about all day, that's what we will dream. Все, что занимает наш ум в течение дня, все, о чем мы думаем днем, все приходит во время сна. Yes. So we have to keep ourselves Krishna conscious all day. If you can't be Krishna conscious in the daytime, you're not going to be able to dream about Krishna at night. И то есть таким образом мы должны помнить о Кришне в течение дня. Если мы не будем помнить о нем в течение дня, то тогда мы не сможем помнить о нем во время сна ночью. So you have to keep chanting, constant chanting, and hearing and reading. And mind should be always absorbed in some kind of activities for Krishna. То есть вы постоянно должны повторять, читать книги, и ваш ум должен быть заниматься служением. Ваш ум постоянно должен быть поглощен мыслями о Кришне. Then you can dream about Krishna. И тогда вы можете видеть сны о Кришне. Okay. Юна Матаджи, вы следующий вопрос будете задавать? Махарадж уже практически на него тоже ответил. Ну да, получается, что если мы видим Кришну во сне, да, то это значит, что мы о нем там помним во сне. So if we see Krishna in our dream, does it mean that we remember him in our dream? If we see Krishna in our dream, does it mean that we remember about him, even in our dreams? Well, it may do. I hope so. Да, я надеюсь, возможно. You see Krishna in your dream. Well, that means you must be remembering him if you see him.
You won't see him if you're not remembering him. Да, это может означать, что вы помните о нем, памятуете о нем. Как же вы можете его увидеть, если вы о нем не помните? There has to be consciousness of Krishna. Otherwise you won't be dreaming, you won't be seeing him. Но мы должны быть сознающими Кришну, иначе вы не сможете увидеть его во сне. Okay. No more questions in the chat? All right. So we will stop here today. Сегодня мы здесь остановимся. Thank you, Tatiana, for translation. We thank all the devotees for questions. And we hope you all have a good week in Krishna consciousness. Спасибо всем, дорогие преданные, за вопросы. Я надеюсь, что у вас будет хорошая неделя в сознании Кришны. And we'll see you next week. Увидимся на следующей неделе. Шрила Прабхупада ки джай. Go back to Vrinda ki джай.